Знали, что будет очень тяжелая игра, потому что Ростов был под большим давлением и знали, что они будут играть в обороне, на контратаке. В первом тайме получалось, потому что силы у нас было достаточно. Играли, создали 2-3 момента, не бы сказал 100%, но не забили. И потом в втором тайме силы не хватало и свежести, потому что играли за сборную 8 человек, Юра играл 90 минут, жара. И за эту игру, которая нам нужна, которую мы играем за футбол, который мы играем, нужна свежесть, нужна сила больше. Легче обороняться, когда силы нет, чем играть первым номером. И это сегодня не хватало. Я не буду менять тактику, что значит тактику. Я думаю, что тактика не проблем, но сегодня не было свежести. Я повторяю, потому что у нас была возможность забить в первом тайме, но я думаю, что нам лучше играть наш футбол по нашей схеме, потому что это мы уже полтора года играем.